Друзья, сейчас в Седе у нас погода испортилась. В общем, дождик, похолодало. И мы решили сделать себе культурную программу. Выехали в Old Town Седе. Здесь очень много, говорят, развалин, амфитеатр. Очень красиво. Сейчас пойдем все вам покажем. Седе знаменит своим амфитеатром, очень старым, очень разваленным, но при этом не потерявшим свою какую-то такую монументальность. Очень классно выглядит. Вообще в турки очень много хапнули от греков всяких культурных ценностей, достояний, что просто нереально много. В общем, место офигенное. Кто будет в Седе, обязательно рекомендую посетить этот Колизей, театр и музей. В музее, в Колизей стоит вход 80 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно. Что тебе нравится? Я вообще очень люблю такие места, в которых можно почерпнуть энергию. Мне кажется, такие места делятся сумасшедшим просто сгустком энергии, накопленной здесь за века. Вот, ты можешь подпитаться и идти дальше, совершать важные в своей жизни поступки. Ну все, пойдем дальше смотреть, что тут еще интересного. А вот классная тема. Сейчас под ногами у нас будет древности. Смотрите. Тогда почему-то плохо видно после дождя. В городе продаются сувениры, что и по всей остальной Турции, плюс много подделок, пуховиков и прочих вещей, Монклер, Филипп Лейн и так далее. Он приплыл какой-то крутой корабль, надо будет на нем сплавать тоже как-нибудь. Мне больше всего из всех древностей приглянулась вот эта арка и амфитеатр. Слушайте, ребят, ну Седе мне очень нравится. Здесь много интересного, что посмотреть. Много всяких старых развалин, много ресторанов, много всяких свежевыжатых соков, которые стоят там $1, гранатовый сок, там очень классно. Да и вообще погулять, сама энергетика в этом городе такая очень позитивная. Не знаю, как, знаете, типа в храм заходишь намоленный, так вот в этот город заходишь и прям чувствуется история, бьет тебя так.
Теперь давайте вам немного расскажу про сам Седе, на что он похож. Побережье похоже очень на Анапу. Широкие песчаные пляжи, мелкий песочек и очень длинно тянутся, прям, ну, реально похоже на Анапу. Но в Анапе, к сожалению, нету такой инфраструктуры, такой древности, прочего, прочих интересностей, которые можно посмотреть. Идем, заблудили в старом городе, ищем, как отсюда выйти. С детьми ходить здесь не очень, потому что они начинают плакать долго, много. И мы как бы так галопом пробежали, посмотрели чуть-чуть. И сейчас выбираемся в какую-нибудь кафешку посидеть, покушать, выпить гранатового сока. Набрели такую замечательную кафешку, очень красивую, в средиземноморском стиле, и не смогли удержаться, чтобы здесь не посидеть, что-нибудь не выпить. Сейчас зашли еще в музей. Тут очень много всяких тоже древностей, статуй. Ух ты, какие статуи, смотри. Ух ты, гробницы здесь вообще, смотрите. Очень красиво. Все головы здесь оказываются. Какие маленькие кусочки на ней. Слушайте, ну если вы любите древности, вообще в этом городе must-have побывать, потому что по... как они сохранились здесь, еще круче, чем в Греции. Мы были в Греции когда-то, давно тоже путешествовали по таким старым городам, разбитым, заброшенным. И сохранность у них, конечно, намного ниже, потому что там остались только фундаменты, там редкие колонны какие-то. А здесь прям сохранность очень-очень на высоте. Вот и закончилось наше путешествие по Седе. Сейчас отправляемся в отель подкрепиться, обед у нас все включено. Нельзя, короче, пропускать.